Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! В данном видео мы разберем с вами процесс вязания спицами такого простого и легкого узора. Схема вязания данного узора выглядит так. Для вязания данного узора следует набирать количество петель кратное 11 плюс 2 кромочные петли. Для вязания данного образца я набирала количество петель кратное 11 три раза, три раппорта. Раз, два, три. Плюс две кромочные петли. То есть общее количество петель здесь 35. Затем раппорт узора выполняется на 20 рядах. И я выполнила здесь вязание 3 раза раппорт узора в высоту. И сейчас вместе с вами мы выполним один раз вязание этого узора в высоту. Вязание первого ряда. Первую петлю кромочную снимаю. Один накид. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе с наклоном налево. Первую петлю снимаю, следующую петлю вяжу лицевая, на лицевую переснятую, левой спицей подхватываю и опускаю. 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Раппорт узора повторяем. В завершении вязания первого ряда последняя петля кромочная, ее вяжем изнаночная петля. Вязание второго, а также всех изнаночных рядов далее выполняется следующим образом. Первую кромочную снимаем, последнюю кромочную вяжем изнаночная петля, и петли здесь все вяжем изнаночные. Первую снимаем и далее петли вяжем изнаночными. Накиды также вяжем изнаночной петлей. Вязание третьего ряда. Первую кромочную снимаю. 1 лицевая петля, накид, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе с наклоном налево, первую снимаю, следующую вяжу лицевая петля, на лицевую левой спицей переснятую опускаю, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, Раппорт узора повторяем. Вязание пятого ряда. Кромочную петлю снимаю. 2 лицевые петли. 1, 2, накид. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе с наклоном налево. Первую снимаю. Следующую вяжу лицевая петля. Переснятую на лицевую опускаю. 2 лицевые петли. 1, 2. Раппорт узора повторяем. Вязание седьмого ряда. Первую кромочную снимаю. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Накид. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе с наклоном налево, первую снимаю, следующую вяжу лицевая петля, на лицевую переснятую опускаю. 1 лицевая петля и раппорт узора повторяем. Вязание 9 ряда. Кромочную снимаю, 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4, накид, 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе с наклоном налево, первую сняла, следующую вяжу лицевая петля, на лицевую переснятую левой спицей опускаю. Вязание раппорта узора повторяем. Вязание 11 ряда. Первую петлю кромочную снимаю, 4 лицевые петли. 1, 2, 3,
4, 2 петли вместе с наклоном направо. Я изнаночные петли вяжу бабушкиным способом, петли у меня располагаются так, поэтому я их 2 петли снимаю и переворачиваю. Возвращаю обратно, 2 вместе лицевой с наклоном направо. Далее 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид и раппорт узора повторяем. Вязание 13 ряда. Первую петлю кромочную снимаю. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. 2 петли вместе лицевой. Для этого я их снимаю, переворачивая. Возвращаю обратно. 2 вместе лицевой с наклоном направо. Далее 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 1 лицевая петля. Раппорт узора повторяем. Вязание 15 ряда. Первую кромочную снимаю. 2 лицевые петли. 1, 2. 2 петли вместе лицевой снимаю, переворачивая, возвращаю обратно, 2 вместе лицевой с наклоном направо. Далее 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 лицевые петли. 1, 2. Раппорт узора повторяем. Вязание 17 ряда. Кромочную снимаю, 1 лицевая петля, 2 петли, перевернуть, вернуть, 2 вместе лицевой, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, раппорт узора повторяем. Вязание 19 ряда. Первую кромочную снимаю, 2 петли разворачиваю, возвращаю обратно, 2 вместе лицевой с наклоном направо. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Раппорт узора повторяем. Выполнив вязание 20 рядов, один раз раппорт узора в высоту мы провязали, а далее повторяем необходимое количество раз. Применяйте данный узор с удовольствием, подписывайтесь на мой канал, ставьте класс к этому видео, пишите комментарии и, конечно же, до новых встреч!